Привет всем! С вами Оля, интернет-магазин Мавелак и наша рубрика «Девайс за 60 секунд». Сегодня у нас на обзоре соковыжималка от компании Rotex RGV-100H. Это универсальная соковыжималка, которая сочетает в себе современный дизайн и хорошую производительность. Корпус аппарата выполнен из нержавеющей стали, а для более комфортного использования ножки устройства сделали прорезиненными. Это позволяет прибору оставаться на месте даже при сильной вибрации и минимизирует шум. Кстати, фильтры и ножи также сделаны из нержавеющей стали. Диаметр загрузочного отверстия 75 мм, так что целое яблоко спокойно поместится. Rotex RGW-100H – это центробежная соковыжималка мощностью 700 Вт, у которой две скорости работы. У конструкции система прямой подачи сока и простое управление. Резервуар для сока имеет объем 1 литр, а резервуар для жмыха 1,6. Соковыжималка удобна в эксплуатации, с чисткой и хранением проблем возникнуть не должно. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Увидимся в новых обзорах. Пока!